вам когда-нибудь завидовали? Мне постоянно. Я красивая, успешная, занимаюсь спортом, и у меня большое будущее. Об этом я рассказываю в своем личном блоге «Королева Лав». Подписывайтесь и ставьте лайки. Это Дэн. Мы встречаемся. Это моя мама. Я больше не хочу заниматься теннисом. Мам, ты куда? А это мой папа. Он классный. Это моя подруга Женя. Она офигенная. Помогает мне с блогом и домашкой. Это Миша Таль. Он к нам приехал из другого города. Настоящий герой. Ваши союзники – откровенная одежда и парфюм. Он должен привязаться к вашему запаху. Новенький мой. Что происходит? Почему они держатся за руки и говорят «мы»? Ты вечно пыталась сделать мне свою жалкую копию. А Миша меня принял такую, какая есть, потому что меня он любит. А ты никого, кроме себя, не любишь. Ты всех только используешь. Что ты вообще знаешь о дружбе? Да кому нужна твоя дружба? Наверное, любовь все-таки существует. Любовь, она, знаешь, разная. Она не всегда такая, как ждешь ее. Я поняла это только сейчас, и больше я не хочу вести блог. Спасибо, что все это время были со мной. И извините, что так вышло. Ваша Настя.